А сегодня у нас поступление интересного, нового, активного, суперкомпактного сабвуфера от компании JBL. Модель под названием JBL Bass Pro 8. Данный активный сабвуфер выглядит вот таким вот образом. Имеет очень компактный размер. Встроенный 8-дюймовый динамик нового поколения. У него диффузор выполнен из легкого пропилена. Легко выходит на ход. Встроенный сзади у него усилитель 100 Вт. И все самые необходимые настройки, они расположены сзади. Также есть возможность подключения данного активного сабвуфера помимо RCA-шек через высокий уровень. В комплекте идет вот такой вот штекер питания. Один конец вставляется в сабвуфер. И вот у него сразу выходят силовые провода. Плюс-минус. Их толщины более чем достаточно для того, чтобы подключиться, даже попробовать бортовой сети 12 вольт. Не обязательно даже вести от аккумулятора. И тюльпановое подключение. Также можно дополнительно подключить через высокий уровень. То есть берем вот эти тюльпаны, втыкаем в тюльпаны и получаем на концах высокий уровень. То есть возможность подключения без RCA, что актуально в особенности для штатных магнитол. Данный активный сабвуфер будет иметь уникальность в том, что он очень компактный, легко встанет в любом автомобиле для тех, кому нужно место. И отлично выдаст тот необходимый низ либо бас, который не может выдать ваша акустика. Цена данного активного сабвуфера составляет на сегодняшний день, а то есть именно на 2 октября 2021 года, 13 тысяч рублей. И этот саб будет серьезным конкурентом для такого активного сабвуфера, как Alpine. Давайте их сопоставим сейчас. Иди-ка сюда. Возьмем Alpine. Сейчас поставим. И сопоставим. По размеру скажем, что даже JBL будет реально компактней. Немного, но он будет меньше. И место, соответственно, займет в вашем автомобиле меньше. Так что модель Alpine SVE-815. У вас появился достойный конкурент под названием JBL Bass Pro 8. А так в наличии компактный JBL-чик в модерне.